Шеф-повар Максим Григорьев. Начинка для пирожков с чечевицей. Чечевица – продукт вкусный и сытный. Она богата белками, поэтому по питательным свойствам приравнивается к мясу. Особенно популярна чечевица у вегетарианцев, а также людей, страдающих сахарным диабетом. Она богата фолиевой кислотой, железом, растворимой клетчаткой, калием, витаминами. Время приготовления – 35 минут. Ингредиенты. Лук репчатый 75 грамм. Масло подсолнечное рафинированное 2 столовые ложки. Перец черный молотый 0,2 чайной ложки. Соль 0,1 чайной ложки. Чеснок 2 зубчика. Чечевица зеленая 1 ст. Шаг 1. Для работы нам понадобится зеленая чечевица, чеснок, лук, подсолнечное масло, соль, черный молотый перец. Шаг 2. 1 стакан чечевицы промыть и залить холодной водой, приблизительно 1,5-2 стакана. Шаг 3. Отварить до готовности, приблизительно 30 минут. Лишнюю жидкость, если она осталась, слить. Чечевицу потолочь толкушкой. Шаг 4. 75 грамм лука и 2 зубчика и чеснока очистить и нарезать небольшими кубиками. Обжарить овощи на подсолнечном масле, 2 столовые ложки, до прозрачности. Шаг 5. Выложить все к чечевице, перемешать. Приправить солью, 0,1 чайной ложки, и черным молотым перцем, 0,2 чайной ложки. Остудить. Шаг 6. Начинка из чечевицы готова. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.